Папиллома – это новое образование на теле человека. В нашем случае у проктолога это вокруг заднего прохода, который возникает в результате заражения человеком вируса папилломы человека. Вирус папилломы человека может быть различных типов, и в зависимости от того типа, которым вызвано заболевание, могут быть как простая папиллома на ножке, так могут быть остроконечные кандиломы, кандиломы на широком основании, могут быть обычные бородавки. Все зависит от как раз непосредственно типа папилломы вируса человека. В зависимости, где появились папилломы, тот специалист и лечит. Если на мужских гениталиях, то лечит, удаляет их как раз уролог. Если в преддверии влагалища или влагалища, то гинеколог. Если вокруг заднего прохода, то чаще всего этим занимается как раз специалист-проктолог. В нашей клинике мы применяем удаление именно радиоволновое, то есть с помощью радиоволнового скальпеля, так как, по нашему мнению, это самый малотравматичный и эффективный способ. Нет выраженного ожога, воспаления, и раны заживают достаточно быстро, в течение пару недель.